Владимир Орехов – спортсмен стабильный. Практически со всех турниров возвращается с победой или призовым местом. Такие важные соревнования, как Кубок страны по боксу, не стали исключением. В каждом весе были восьмерки сильнейших спортсменов. Это люди, которые заняли призовые места на чемпионате России, на первенстве России среди молодежи. Вот. Конкуренция была серьезная очень. В полуфинальной встрече оппонентом Курянина стал боксер из Белгорода Вадим Щеблыкин. Спортсмен серьезный, действующий чемпион России. В бою доминировал Орехов. Тем не менее, судьи отдали победу его противнику. У меня были многие сомнения насчет этого решения судейского, потому что я чувствовал, что одержал победу. По моему мнению, ну и мнение других опытных тренеров, причем при сборной, которые... И его рабочий тренер Дильбая Казиева. Значит, мы в этом бою были поувереннее. Два раунда однозначно Владимир забрал, но значит, судьи на этих соревнованиях видели по-другому бой. Бронзовая медаль – хороший результат для таких соревнований. Уверены тренеры, сейчас Владимир восстанавливается, а также делится советами со своими младшими одноклубниками. Ребят, ну что, я могу одно сказать. Нужно все бои выигрывать безоговорочно. После отдыха Владимир будет готовиться в команде сборной России к международным соревнованиям – Кубку нефтяных стран. Они пройдут с 17 по 23 марта в Нижневартовске. Егор Горожанкин и Сергей Малеев. События дня.